Перед вами Алексей Кушнаренко. Несмотря на юный возраст, в его голове бурлит множество идей, в том числе, как сделать лучше не только свою жизнь, но и вашу. Например, по инициативе Алексея в скором времени на месте этой неприглядной площадки около вертолета появится... Ну, не буду раскрывать все тайны, давай ты нам сам об этом расскажешь. Да, уже в этом году правильно было подмечено, что появится новая современная детская площадка с прилегающей территорией зоны отдыха. То есть эта площадка будет рассчитана не только для маленьких детей, но будет рассчитана и для взрослых. Раскроем тайну. Тебе всего 17 лет. Как вообще пришла в голову идея модернизации общественной зоны? Ну, сам еще в детстве гулял на этой площадке. И хочу сказать то, что она выглядит не очень презентабельно, да, как бы... Проспект Губкина, такой небольшой центр нашего города, да, связующий, решил заявиться на проект «Уютный Ямал», чтобы улучшить эту зону. И надеюсь, что благодаря моему проекту дети смогут гулять в новом, современном и безопасном месте. Написал проект, это несложно, разработать небольшой дизайн. И при поддержке администрации города дальше подготовил все необходимые бумаги для дальнейшей реализации. Затяжная бумажная волокита или все просто? Нет, все просто. Это сбор согласий жителей этого дома и сам проект, его смета и планы реализации. Тебе в твоем таком юном возрасте, 17 лет, для чего это нужно? Зачем ждать от кого-то, когда будет на этом месте новая площадка, если можно самому заявиться, самому разработать небольшой проект и самому дать вот этот старт, толчок для того, чтобы то место, которое вы хотите благоустроить, было благоустроено как можно скорее. В этом году выделено на реализацию данного проекта 150 миллионов рублей. Поэтому я хочу обратиться ко всем новоуренгойцам. Если вам не безразличен наш город, если вам важно, что будет расположено в вашем дворе, если вдруг у вас есть какие-то идеи по проведению различных городских мероприятий, просим вас принять участие в нашем проекте, проекте «Уютный Ямал». Заявку можно подать двумя способами. Буквально в два клика через портал живемнасевере.рф либо в офисе «Уютного Ямала» в библиотеке «Новая смена» по адресу Оптимистов 4.3. Затем жители сами будут выбирать лучшую идею путем голосования. Победить и стать свидетелем реализации собственной инициативы может любой. Главное – успеть до 10 июня. Милана Федорова, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера».